Говоря об истинной церкви с православной точки зрения, мы с вами уже обращали внимание на то, какую большую значимость придают наличию в этой церкви епископства. Епископов, которые имеют апостольскую преемственность, епископы, единство которых выражает единство церкви. И нам еще нужно немного больше поговорить о епископстве в православии и вообще о священстве в православной церкви, чтобы понимать, как православные видят церковь и как они видят церковную жизнь. Что касается епископов православной церкви, а это основное сосредоточие всей церковной жизни, то официальный устав православной церкви определяет функции епископов следующим образом: епархиальный архиерей по преемству власти от святых апостолов есть предстоятель местной церкви епархии, канонически управляющие ее при соборном содействии клира и мирянам. Ипохиральный архирей избирается священным синодом, получая о том указ патриарха Московского и всея Руси. Архиереи пользуются всею полнотою иерархаической власти в делах вероучения, священодействия и пасторства. Ипархиреальный архирей рукополагает и назначает клириков на место их служения, назначает всех сотрудников ипархиреальных учреждений и благословляет монашеские постриги. С согласия ипархиального архирея ни одно решение ипархиального управления не может быть приведено в жизнь. Осуществляя управление епархией, архиерей заботится о сохранении веры, христианской нравственности и благочестия, наблюдает за правильным управлением богослужения и соблюдением церковного благолепия и так далее. Я не буду читать тут более 40 пунктов, касающихся организации жизни церкви, касающихся там финансов, управления, отчетности и так далее. Ну и еще в конце, осуществляя наблюдение за каноническим порядком и церковной дисциплиной, архиреи там ставит священников, взыскивает священников и так далее. Из этого длинного-длинного списка, то, на, че, на что нам нужно обратить внимание, следующее. Архиереи пользуются всею полнотой иерархической власти в делах вероучения, священодействия и пасторства. Вот эти вот три пункта вероучение, священнодействие и пасторство это главные обязанности епископа в православной церкви, и все остальное в православной жизни строится вокруг этих трех пунктов. Архирей учит, архирей имеет ответственность, имеет обязанность передавать правильное учение и следить за тем, чтобы правильное учение было вверено ему епархии. Архирей совершает таинство, и если говорить о совершении таинств священниками, а не епископами, то священники совершают таинства не сами по себе, не своей властью, а как представители епископа и по поручению епископа. И, наконец, архиерей обладает пасторской властью, то есть наставляет, управляет, запрещает, а, осуществляет какие-то дисциплинарные меры и так далее. Фактически вся церковная жизнь, все церковные действия, они сосредоточены вокруг того, что производит в церкви епископ. Все остальное священническое действие – это действие от имени епископа и диаконское служение в церкви – это служение прежде всего предназначено для того, чтобы помочь епископу. Так что как совершитель таинств, как выразитель учения и руководитель епископ направляет церковь. От самого епископа требуется, чтобы у него было правильное исповедание веры, требуется, чтобы у него был дар от духа, ну, по крайней мере, формально это всегда провозглашается, требуется, чтобы он надлежащим образом был поставлен, рукоположен в церкви. Когда мы говорим о епископстве, нас как протестантов интересует следующий вопрос о разнице между епископами и пресвитерами. Дело в том, что читая Новый Завет, мы видим, что термины епископ и пресвитер употребляются взаимозаменяемо. И, например, в послании Титу апостол Павел, описывая требования к пресвитерам, этих же людей называет епископами когда он призывает пресвитеров церкви в Мелит из Эфеса, вы помните, то потом он говорит об их служении, как о служении епископском и так далее. То есть несколько текстов в Новом Завете мы можем найти, где вот эти вот термины взаимно заменяемо употребляются. И поэтому в большинстве протестантских церквей, не во всех, но в большинстве, есть всего лишь две степени священства, если мы воспользуемся православной терминологией, есть диаконы и есть пресвитеры, они же и епископы. В православных церквях три степени, есть диаконы, есть пресвитеры и есть епископы. Какие аргументы существуют в пользу этого, как обосновывается возможность трех степеней, несмотря на то, что в Новом Завете система скорее двухступенчатая? Я просто прочитаю отрывок из одного православного учебника догматики, чтобы вы увидели аргументацию. Это из учебника Малиновского. Он пишет так. Когда писатель книги «Деяний», апостол говорит, что апостолы Павел и Варнава, проходя через Антиохию, Иконию и Листру, рукоположили пресвитеров для каждой церкви, то, несомненно, указывает на поставление епископов, а не пресвитеров – хотя первые называются именем пресвитеров при этом случае. Это открывается из того, что пастыри рукополагаются апостолами Павлом и Варнавою для каждой церкви, то есть для каждого города. А для каждой городской церкви тогда стоялись епископы, а не пресвитеры. Призванные апостолом Павлом из Эфеса и других соседних городов пастыри, названные пресвитерами – были епископами, или, по крайней мере, были и епископы, и пресвитеры. В речи к ним апостол Павел говорит, что их Дух Святой поставил епископами пасти церковь Господа и Бога. Апостол Петр в первом своем соборном послании, то есть не к одной, а к нескольким церквям, из которых каждый должен быть епископ, пишет «Пресвитеров ваших умоляю я сопресвитер». Правильнее думать, что под первым выражением апостол Петр разумеет епископов, а не пресвитеров, ибо невозможно представить себе, чтобы апостол, получивший ключи царствия, в наименовании сопресвитер уравнивал себя со второй степенью иерархии, а не с первой. Очень любопытное рассуждение. Обратите внимание, цитируются три текста, где говорится о пресвитерах, и в трех случаях автор учебника говорит, что имеются в виду не пресвитерах, хотя говорится о пресвитерах, а имеются в виду епископы по той причине, что, конечно же, городскими церквями управляли епископы, конечно же, была третья степень епископская. То есть логика здесь какая? Так как есть три степени то мы читаем священное писание и обязаны там увидеть три степени, даже в том случае, если текст явно о трех степенях не говорит. И здесь некая специфика православной церкви которая ну, весьма смущает протестантов. Причем это просто иллюстрация, но во многих других вопросах и церковного устройства, и богословия, и практики возникает та же самая ситуация. Есть сложившаяся церковная структура, есть определенное церковное понимание, и Библия читается в свете этого церковного понимания. Это не очень удивительно, если вы вспомните общую схему предания в православной церкви. Церковь обладает полнотой истины, и Писание, и другие какие-то элементы предания, это лишь просто частные выражения вот этой вот церковной полноты, и поэтому все, что есть в церкви, все эти частные выражения, они должны толковаться не сами по себе, не отдельно, не как настаивают протестанты в историческом контексте с использованием историко-грамматических методов, а они должны толковаться в церковном контексте. То есть в свете того, что есть уже в церкви, истолковываются определенные тексты, и так как они толкуются в свете церковного контекста, то и результатом толкования этих текстов появляется описание уже имеющейся церковной ситуации. Поэтому, хотя здесь рассуждения по замкнутому кругу, но в свете понимания Откровения православной Церкви, вот эти рассуждения по замкнутому кругу, когда из имеющегося имеющееся и получается, никого не смущают, раз это есть в Церкви, то таким образом все и должно быть устроено. Если мы Обратимся к истории, то все-таки наиболее естественное прочтение Нового Завета будет, пожалуй, таким, что одних и тех же людей, в зависимости от ситуации, в зависимости от того, на какую функцию в данный момент обращает внимание автор, называли и пресвитерами, и епископами. Тем не менее, разделение между пресвитерами и епископами в церкви действительно возникает достаточно рано. И первое свидетельство об этом мы встречаем у Игнатия Богоносца, который писал свои послания примерно в 117 году. И в некоторых посланиях Игнатия Богоносца отдельно упоминаются дьяконы, пресвитеры и епископы. В некоторых, как, например, в послании Игнатия Богоносца римлянам, епископы не упоминаются. Возможно, это свидетельство о том, что не во всех церквях, к которым обращается Игнатий, уже сложилась вот эта вот трехступенчатая система, и мы наблюдаем ее в процессе формирования. Сама по себе трехступенчатая система, она естественная, потому как во многих человеческих сообществах выделяется один лидер, выделяется какое-то единовластное правление. Это проще, это легче организовать. И может быть вот по этой причине из, из среды пресвитериата выделяется один человек, и специально термин отделяется для него как для епископа, и таким образом существует церковь тем не менее, послание Игнатия, оно очень значимо для православной церкви. Часто цитируется, я прочитаю этот текст, чтобы вы так прочувствовали, как пишет Игнатий, из послания Смирнянам. «Все последуйте епископу, как Иисус Христос Отцу, а пресвитеру, как апостолам. Дьяконов же почитайте, как заповедь Божию. Без епископа никто не делает ничего, относящегося до церкви. Только та Евхаристия должна почитаться истинную, которая совершается епископом или тем, кому он сам представит это. Где будет епископ, там должен быть и народ, так же, где Иисус Христос, там и Кафолическая Церковь. Не позволительно без епископа ни крестить, ни совершать вечер любви, напротив, что одобрит он, то и Богу приятно, чтобы всякое дело было твердо и несомненно». И чуть-чуть дальше. Прекрасное дело знать Бога епископа. Почитающий епископа почерен Богом. Делающий что-нибудь без ведома епископа служит дьяволу. Забавно, но когда протестанты слушают такие слова, они очень часто начинают возмущаться, говорят, о, как же много всего епископу приписывают. Ну, просто, чтобы немного мы задумались и понаблюдали. А в протестантской церкви, например, когда совершается Евхаристия, ну, вечер, как обычно говорят протестанты, а разве она совершается каким-то произвольным или случайным человеком? Нет, мы всегда настаиваем, что рукоположенный человек должен совершать это. Когда совершаются крещения, разве это делают случайные люди? Нет, протестанты обычно настаивают, чтобы рукоположенный пресвитер совершал это. Хотя нет вот такого разграничения пресвитера и епископа, но на самом деле мы тоже соблюдаем определенный церковный порядок, и поэтому, может быть, резкость слов есть некоторое у Игнатия, но на самом деле по церковному порядку здесь... Здесь большой разницы нет Большая разница начинается когда выделяется вот это вот дополнительная ступень иерархии епископ и когда все что относится к церкви все что относится к церковному служению сосредотачивается в руках епископа и все остальные действия все остальные таинства, все остальная церковная жизнь происходит благодаря вот делегированию епископом своих полномочий. И поэтому, то когда мы говорим о единстве церкви, о преемственности и обо всем остальном, так важно епископство для православной церкви. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminary.com. Но, тем не менее, есть и диаконы, есть и пресвитеры, есть и церковный народ. И вот в отношении церковного народа в православии, в православном богословии, в православном осмыслении ситуации нет полного единства. Дело в том, что Новый Завуэт говорит о церковном народе как о царственном священстве. В Новом Завете мы нигде не найдем, чтобы епископов, пресвитеров, диаконов, чтобы какую-то особую категорию служащих людей в церкви именовали священниками. Когда говорится о священстве, то говорится только о священстве всего церковного народа. Кстати, и в Древней Церкви и даже у древних церковных авторов мы не сразу встретим вот это именование именно клира, пресвитеров, епископов, священством. И особо настаивает на священстве именно клира Киприан Карфагенский. Мы с вами в прошлый раз чуть-чуть его вспоминали, эти споры, в которых он участвовал. И потом это становится общепринятым, и потом священниками называют клир, и всех остальных называют мирянами, и какое-то четкое разграничение возникает. Тем не менее, внутри даже самого православия есть споры по поводу того, можем или не можем мы назвать священниками простых людей, можно ли говорить о священстве мирарян. Некоторые богословы, например, Афанасьев, указывают, что все-таки миряне являются священниками в определенном смысле, и их участие в евхаристии, их участие в литургическом служении, соучастие в этом деле, это на самом деле дело священническое. И поэтому идея всеобщего священства в православии присутствует, но скорее где-то только у некоторых авторов, только на периферии. Большая же часть православных толкует всеобщее священство примерно следующим образом. В Ветхом Завете Божий народ назван народом священников, но не весь Божий народ был священниками. То есть народ священников – это тот народ, в котором есть священники. И вот эта вот же идея перекладывается на Новый Завет, может быть, без особого экзогетического обоснования, но перекладывается, говорится, что есть священство народа Нового Завета, потому что в этом народе есть священники. Поэтому в православии есть такая очень-очень четкая, ярко прочерченная граница между клиром и всеми остальными. Протестанты следуя более простому прочтению текстов по всеобщем священстве, все-таки допускают, что весь церковный народ является в определенном смысле священниками. Если мы вспомним смысл слова «священник», ветхозаветное понятие священства, то священство – это посредничество, и весь церковный народ с протестантской точки зрения имеет доступ к Богу. И весь церковный народ может служить друг другу, еще и этим выражая особый аспект священства. Так что две разных модели, епископская фактически модель, когда все управление, все пасторство, все священодействие сосредоточено в епископе, и он отделен в отдельную категорию, или протестантская модель всеобщего священства. ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарий.